Качаев Самир. Как видим, что сведения о нем хотят удалить из Википедии. Но мы решили сделать о нем ролик. Самир Зиятин Оглы Качаев, 6 марта 1994 года, село Чехурюрт, Шамахинский район, Азербайджан, 2 апреля 2016 года, окрестности города Тертер, азербайджанский скульптор, выпускник Азербайджанской государственной академии художеств, участник боевых действий в Нагорном Карабахе в начале апреля 2016 года. Самир Зиятин Оглы Качаев родился 6 марта 1994 года в селе Чехурюрт Шамахинского района, Азербайджанской республики, в семье тракториста-механизатора Зиятина Качаева и Амины Качаевой. У Качаева также была сестра Сабина. С ранних лет Самир проявлял интерес к рисованию и лепке фигур из пластилина. В 2011 году окончил среднюю школу и, в этом же году поступил на факультет скульптуры Азербайджанской государственной академии художеств. В академии Качаеву преподавали такие мастера скульптуры, как Салхаб Мамедов, Натик Алиев, Акиф Аскеров, Акиф Казиев, Зейналабдин Искендеров. В годы учебы Самир Качаев принимал участие как в местных, так и в зарубежных выставках и мероприятиях. Так, в 2014 году он принял участие в выставках «Азнар. Национальные ценности». В ноябре 2015 года занял 2-е место на конкурсе по скульптуре в рамках проекта фонда «Толерантная азербайджанская молодежь». В этот период он проходил службу в армии и принял участие в мероприятии по награждению с разрешения командования. В период с 2014 по 2015 год принимал участие в выставках на мероприятиях по случаю первых европейских игр, а также на зарубежных выставках в таких странах, как Франция, Турция, Швейцария. Самир Качаев окончил академию с отличием в 2015 году. В этом же году он поступил в магистратуру. В июле 2015 года Самир Качаев отправился служить в ряды вооруженных сил Азербайджанской республики. Проходил службу на линии фронта в Тертерском районе. В ночь на 2 апреля 2016 года, на линии соприкосновения армяно-азербайджанских сил в Нагорном Карабахе, начались интенсивные боевые действия. Соглашение о прекращении огня было заключено только 5 апреля. Как вспоминает один из участников того сражения, рядовой Вугар Алыев, командир подразделения Самир Качаев в первых же боях в Тертерском направлении сражался справа от него, а некоторое время спустя получил ранение, но не отступил и продвинулся вперед. В одном из боев в окрестностях города Тертер Самир Качаев погиб. Он должен был демобилизоваться через 3 месяца, в июле. Самир Качаев был похоронен под салют из стрелкового оружия 3 апреля, на кладбище села Мальхам Шамахинского района. За особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской республики и за отличие в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы, Самир Качаев был посмертно награжден медалью за отвагу. Самир за свой короткий творческий период создал много скульптур. Он всегда был в творческом поиске. Работы его всегда выделялись, в плане пластики и мышления, а с годами обучения его творчество становилось все более совершенным. Над могилой Самира Качаева установлен памятник работы его преподавателя в Академии Рахиба Гараева. На создание памятника у скульптора ушло 5 месяцев. 16 декабря 2016 года в рамках проекта «Народное достояние» был презентован художественный альбом «Самир Качаев. Скульптура». В 2017 году на общественном телевидении Азербайджана вышел документальный фильм режиссера Джейхуна Шукюр-Оглу, посвященный Самиру Качаеву.